Так, друзья, обрадуем жителей данного подъезда, повесим Владимира Владимировича прямо в лифт. Так, ровненько, ровненько, ровненько. Но важно, что портрет еще не супер молодого Путина до ботоксных операций. Тут где-то пограничное состояние, разумеется, не новогоднее, где у него скулы нарощены. Так или иначе, огромный портрет Путина на всю стенку лифта. Отлично, кажется. Так, теперь устанавливаем камеру, чтобы никто, не дай бог, не украл. Твою мать! Это не постановка с этим мужиком. Охренели, ёпта! Первая реакция — желание снять дерьмо со стены. Это хорошо. Это внушает надежду. О, ну что это? Никто не улыбается. Ё-моё! Что вы скажете о внутренней политике Владимира Путина? Ё-моё! Что вы скажете о внешней политике Владимира Путина? Ё-моё! Ай, камелия! Я бы хотел увидеть эту ключ. О, ничего себе! Да вы что, извините, пожалуйста? Вы что, серьезно, что ли? Что за хрень? Зачем это делать? Это вербовка или что это? А зачем это нужно? Это промывка мозгов. Я не понимаю, почему людей не смущают тогда портреты Путина в детских садах, в школах? Ведь этот пранк не так далек от жизни. Кто это вообще придумал? Прицепили со всей дури. Чтобы не отцепили даже. Ты... Как в бриллиантовой руке. Не беспокойся, алкаш. Не сорвешь. Скажите, вы хорошо это прикрепили? Не беспокойся, алкаш. Не сорвешь. А теперь снимите. Ты прикинь, это... Тебя же просто изничтожат. Да, кстати говоря. Я думаю, это мы еще максимум. Не нужно. Смотри, там камера. Ну и люди боятся заниматься разукрашиванием этого портрета просто потому, что запуганы. Потом тебе скажут за то, что... Цветы, овации. Ой, ёб твою мать. Какой дурак повесил. Дурак. Дурак. Я знаю, вот здесь вот камера. Ну не надо, за нами следят. Конечно, страшно сразу-то. Ну зачем страшно, правда? Ходишь, как будто человек. Что ты пугаешь? Мам, он их там не сделал. На тебе клюшку. Мам, ты не ломай новый лифт, мам. Сонечка, Зонечка. Вон камера, я видела. Ой, какая я была веселая, красивая. Что ж со мной стало, а? Ну и больше интереса зеркало вызывает у этой женщины пожилой, чем портрет Санцеликова. Ну, как бы... Вечер духа. Это чё? Здравствуйте. Это чё за говно? Ой. Чё за говно? Вот она реакция. Покажите это знакомым чиновникам. Камера со звуком, Гиша? Да. Какой кошмар! Это чё такое? Вы чё, шутите, что ли? Повод поприкалываться. Вообще уже, подожди. Подожди, тебя закрывается. Подожди. На самом деле, для честности пранка, лифт должен быть обоссанный, со всякими выжженными кнопками. Это слишком благополучный лифт. Ой. Ой. Нельзя сорвать. Первый вопрос. Нельзя сорвать? Мам. Ой, здравствуй. Как мы тебя... И только заметив камеру, люди начинают кривляться. Как мы тебя любим. Любим. Откуда ты? Откуда ты такой? Мам, любим. Куда повесим? Ну, в какой стати? Ну, что добавим? Это я тебя прокатил вместе с Путиным. Полюбуйся. Нет, ты на Путин, что ты на себя любуешься? Это как есть мем. Пытка в Италии, где кладут ананасы в пиццу и держат Джо Пеши,
который вырывается. Здесь то же самое. Смотри на портрет Путина. Нет, нет. Заходи. Здрасте. Вот, смотри, кто висит. Кто это? Здрасте, Владимир Владимирович. Здрасте, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович Путин. Здравствуй, Путин. Да, здравствуй, Путин, скажи. Здравствуй. Иди за нами, да? Иди за нами. Следи за вами, да, это так смешно. Не трогай, зачем. Батюшки мои. Что это такое прибил-то? Кошмар какой-то. Кошмар какой-то. Ни одной положительной реакции. Я дошла, даже впугалась вначале. Вышла из квартиры, телевизор вроде выключила, а он уже в лифте. Что это? Я даже опешила. А давайте мы это снимем. Нет, я не а давайте мы это снимем. А давайте мы из Кремля его снимем. Нет, ну вы зачем снимать? Не надо. В смысле, зачем он здесь? Ну не знаю, кто это. Я даже вошла и испугалась. Вперед. What the fuck? Вот люди боятся снимать только по одной причине. Не знают, кто повесил, и боятся. Страх и ненависть к Путину. Вот что объясняет этот пранк непостановочный об отношении народа к президенту. Че, издеваетесь, что ли? В смысле, серьезно? What the fuck? А может? What the fuck, motherfuck? Да, простите, я не хочу вот это вот смотреть. Блин. Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капремонта. А, все-таки капремонт случился. И тут же изгадили лифт. Зачем? Зачем? Видели? Сейчас ему нарисуют рога. Я захожу. И усы. Не нарисуют женщину, потому что боятся. А ты думала, ты одна будешь кататься? Нет. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Чёрта повесили, блядь. Чёрта повесили. С рогами. Батюшки светлые. Это не Чайковский. Это не Чайковский. И не Чайковский, и не Чуковский. Это президент нашей страны. Диктатор. Путин Владимир Владимирович. Я вот заметил, что люди взрослые тут же начинают детям объяснять, кто это на портрете. А без детей люди просто ругаются. Охуели, блядь. Охуели. Все, ты попался. Это столько ненависти просочилось в портрет, но упал он именно на тебе. Бойся, мужик, ты крайний. Ой, он, наверное, перепугался. Вандализмом занимаетесь, молодой человек? Плохо кончится, родной. Это жутко красноречиво. Ребята, слушайте, у вас есть цветной принтер? Распечатайте портретик Путина, повесьте у себя в лифте и посмотрим, что будет с его портретом под конец дня.
Очень интересно. И еще раз вас прошу, посмотрите оригинал по ссылке в описании, потому что это гениально. Это просто и гениально. Спасибо автору с канала Блог Бабули. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте видео. Спасибо за внимание. Удачи!